Том, с большим удовольствием хотим пообщаться с вами. У нас есть немножко времени для интервью. Расскажите, какой товар или какую услугу вы представляете сегодня? Ну, мы казахстанская производственная компания Zeta. У нас очень широкий спектр услуг, начиная от корпусной и мягкой мебели, заканчивая собственным изготовлением пластиковой продукции. Я так понимаю, что эту продукцию вы готовы нам продемонстрировать? Да, у нас есть два в одном, так сказать. Это и мебель, и пластиковая продукция. Это наши пластиковые стулья Country. Также есть Petro и Jeff. Мы производим их на наших заводах. Они цельнолитые и разных цветов. Очень классные по качеству. Я вижу, что гамма действительно очень большая. Мы общаемся с нашими коллегами и партнерами, и у всех существует такой некоторый тренд в направлении эко-стиля и эко-дизайна. Расскажите, как у вас с этим обстоят дела? У нас эко-стиль заключается в двух вещах. Во-первых, мы принимаем пластик на переработку. Мы одна из казахстанских компаний, которые принимаем пластик на переработку и производим из этого пластика товар. Угу. И второй наш стиль, мы отказываемся от дерева. То есть, чтобы, например, сделать стул из дерева, дереву нужно расти 20 лет, и всего лишь два стула получится. Мы все-таки предлагаем нашему населению стулья из пластика, который впоследствии мы также примем на переработку. То есть это и функционально, и экологично, и самое главное, удобно, правильно я понимаю? Да, и сохраняет природу. А какие еще существуют вообще тренды в изготовлении мебели? Ну, я думаю, тренды, они, в принципе, меняются каждый день, мы их тоже поддерживаем. Сейчас, например, мы в нашу мебель внедряем какие-то вот такие белые элементы, светлые элементы. В общем, ну и всегда, в принципе, всегда самый классический диван из кожи, у нас вот такой тренд. Ну, я желаю, чтобы выставка Household Expo прошла максимально продуктивно для вас, пусть ваш покупатель найдет вас, и пусть ваша продукция всегда будет востребованной. Спасибо вам большое.